Got them holes in the kitchen. Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите «Жертву маркетинга» или «Маркетинга». Мы до сих пор не определились, поэтому буду вас мучить, говорить и так. Рекламная пауза. Спонсор сегодняшнего выпуска – необычный кулинарный канал, который называется «Рецепт с пачки». Я никогда не думал, что можно создать канал на основе рецептов, которые печатаются на пачках различных товаров. Ну вот, например, я взял макароны. Что тут можно сделать? Спагетти с соусом болоньезе. Тут реально есть рецепт. Я на них никогда не обращал внимания. Автор канала «Рецепт с пачки» обращает на них внимание и готовит рецепты с пачек продуктов. И он даже уже где-то подрезал с какой-то пачки рецепт лагмана. Даже я еще рецепт лагмана вам не снял. Он уже сделал, на какой-то пачке нашел. Молодчик! Необычный и оригинальный подход к контенту своего канала. Я считаю, это достойно того, чтобы посмотреть и подписаться. Ссылку на канал «Готовим с пачки» я оставлю под видео. Переходите обязательно. Если вам понравится, что делает автор канала, обязательно подпишитесь. А реклама закончилась. Помните, мы какое-то время назад с вами рассматривали борщички, супчики от компании GlovSoup, а точнее Cafe in Cafe International, которые оказались, в принципе, на поверку более-менее натуральные. За исключением, кстати, я в том обзоре не упомянул один момент. Я этого не знал, но я вместе с вами учусь. Ребята, здесь находится дрожжевой экстракт. Мама дорогая, звучит крайне безопасно, крайне натурально. Дрожжевой экстракт – это дрожжи. А на самом деле дрожжевой экстракт – это то же самое, что глутамат натрия. Поэтому, ну, во-первых, ради этого я сейчас достал эту коробочку. Ну и, во-вторых, ради того, чтобы сказать, что сегодня мы с вами будем пробовать супы другого производителя, который подороже. Вот, ну, посмотрим, в общем-то, сравним вот эти супчики, которые заняли неплохое место в нашем рейтинге, и посмотрим новые супчики. Сейчас покажу, какие. А новый супчик у нас будет от компании Сытоедов. Точнее, Сытоедов – это бренд. Ну, все его знают прекрасно, заваленные полки с Сытоедовым. А вообще, это компания Вилон. Уже несколько продуктов от Вилона мы смотрели. Давайте посмотрим, как они делают супы. В общем, вот этот суп от компании Вилон, бренда Сытоедов, я покупал в 7-м континенте. И стоил какой суп? 130 рублей. Вот эти супы, насколько вы помните, от GlovProduct, GlovSoup или Cafe in Cafe International, стоили 60 рублей. Тут 310 грамм, тут 250. Разница в граммах не столь существенна. Цена отличается в 2 раза, а граммы не так уж сильно. Значит, что сказать? Получается, что этот суп должен быть какой-то мега вкусный, мега натуральный. Ну, наверное, все-таки это сырный крем-суп. Он чуть-чуть подороже должен быть в принципе, потому что там сыр, он должен быть дороже. Изучим с вами состав. Я вам сразу могу сказать, что тут состав не столь прекрасен, как в GlovSoup'е, но, в общем, посмотрим поближе. Годен этот супчик 180 суток. Блюдо первое, готовое, замороженное, с сухариками. Там еще и сухарики будут, представляете? Вот оно как. И ложка внутри. Прекрасно. Состав – это суп. Видите, больше всего здесь супа. А, ну понятно, суп, потому что и гренки. То есть вот, суп и гренки. Суп состоит из вот такого количества всякой штуки. На что тут можно обратить внимание? Ну, все более-менее сносно. Уплотнитель Е509. Вот она, первая Ешечка. Сегодня мы ее и рассмотрим тогда в Ешечках. Итак, дальше что? Творог. Так, опять все тут нормально по поводу творога. Никаких вопросов нет. Стабилизатор Е452. Нормально. Консервант сорбат калия. Сорбат калия неплохой. Так, дальше что еще? Бактерии, происхождение пищевой добавки, уплотнитель Е509, опять он же, поговорим про него. Консервант Е252. Ага, вот он, консервант Е252. Давайте-ка напомню вам, что это такое. Е252 мы рассматривали в одном из выпусков нитрат калия. Это плохая штука, это плохой консервант. В России этот консервант, ну, разрешен, вроде бы как разрешен, но во многих странах
отказались его использовать в пищевой промышленности. Фу на него! Еще есть краситель E160B, это экстракт аната. Давайте про него тоже скажу в двух словах. Это натуральный краситель, это экстракт аната. Насколько я понимаю, это каротиновая группа красителей, то есть, ну, наподобие куркумы, к примеру, который превращает продукт, придает желтоватый такой оранжевый цвет. И она разрешена на территории России и большинства стран. Не рекомендуется при непереносимости к белку молока, глютену. Нормально, хорошее предупреждение. Содержится, может содержать незначительное количество сои, рыбы и яйца. Сегодня в ящики у нас попадает Е509. Хлорид кальция. Начнем с того, что на территории Российской Федерации и на территории Евросоюза этот эмульгатор разрешен к использованию. Однако его использование строго регламентировано, потому что безграничное использование этого эмульгатора в пищу может привести к раздражению кишечника, даже к язве. Поэтому максимальное суточное потребление составляет не более 350 мг. Но на самом деле у этого эмульгатора есть и много плюсов, про которые тоже не стоит забывать. Вот с этого момента поподробнее. Например, когда организму не хватает кальция, этот эмульгатор используют специально для того, чтобы повысить уровень кальция организма. Он положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Он предотвращает прогрессирование воспалительных процессов в организме. И повышает устойчивость к развитию различных инфекций. Неплохо. Поэтому давайте будем справедливыми, что, пожалуй, вреда от этой ешечки меньше, чем пользы. Поэтому, когда вы встречаете Е509 на коробке, ну, бояться уж точно не стоит. В отличие от Е252, от этого нитрата калия мерзкого. Ух, я не знаю, зачем его добавляют. Есть же другие хорошие консерванты, блин. Ну что, давайте будем с вами открывать. Я открою ножом. Вот он, супчик. Что там еще по комплектации? Вот они, сухарики и ложка в комплекте. И даже салфетка. Про салфетку не было ничего написано, но тем не менее она есть. Это хорошо. Итак, готовы весы, обнулены. 310 грамм должен весить супчик. Ну, то есть суп и сухарики, так как сухарики это тоже продукт. 313. 323 грамма. Ну, очевидно, что в принципе все более-менее неплохо. Ну что, супчик, настало твое время. Давайте его, наверное, приготовим. Приоткрыть с любого угла защитную пленку лотка или проколоть в нескольких местах. Поставить лоток в СВЧ и разогреть при мощности 600 ватт в течение 6-8 минут. Давайте посмотрим. Ну, я решил надрезать. Опять я, ну ладно, вот так вот сделаем. Чуть приоткроем, чтоб пар выходил, и отправим в микроволновку. Ну что, супчик подогрелся. Вот так вот, за 6 минут. Я поставил на 6 минут. Вот он, достаточно густой суп. Эх, что это, слюня какая-то? Это, видимо, пенко. Так, сейчас мы снимем всю целлофанию. Опа! Вот так вот. Достаточно густой суп. Все-таки вот уплотнители делали. Давайте высыпем немножко сухарик. Вот, видите, они плавают. Ничего так. А вообще, давайте все высыпем. Ну, что сказать, в целом очень похоже. То есть, здесь крем-суп, тут сухарики. Ну, можно еще насыпать какой-нибудь куркумы или экстракта анато, для того, чтобы выглядело совсем как здесь. Вот, но в целом претензий по внешнему виду никаких. Выглядит он достаточно аппетитно. Вот, видите? Достаточно густой. Не, ну действительно, аппетитный крем-суп. Ну что, наверное, один из самых важных моментов в этой передаче, это то, когда я пробую суп, да, продукт. Всем интересно мое мнение по поводу вкуса этого супа или продукта, который я рассматриваю. Ну давайте я вам расскажу про этот супчик. Вы знаете? А, неплохо. Опять неплохо. Это вкусный, достаточно густой суп. Дайте-ка, еще надо попробовать. Одной ложки мало. Я его раньше не пробовал. Хороший суп. Чувствуется вкус. Ну, во-первых, чувствуется вкус сухариков всегда. Когда ты к любому крем-супу добавляешь сухариков, у тебя сухарики забивают любой вкус. Вот. Но все-таки есть определенная сырная нотка такая в этом супчике. Сырный крем-суп, то есть, ну, название абсолютно соответствует тому, что я почувствовал по вкусу. Он не пересоленный, он не переостренный, хотя остринка небольшая есть, такая маленькая небольшая остриночка. Скорее, это супчик вкусный, не супервкусный, лучше приготовить, ну, как я мог вам не посоветовать приготовить суп по рецепту покашеварим, крем-суп сырный я делал. Вот здесь вот будет ссылочка, аннотация.
или как она называется, подсказка. На нее нажимайте и посмотрите рецепт шикарного крем-супа. Но этот суп хорош, правда. Даже я бы не сказал, что он сильно не вкуснее, чем мой супчик. Хороший суп. Я пробовал сырные крем-супы. Самый вкусный крем-суп, который я ел в своей жизни, сырный, это в подмосковном городе Воскресенск. Абсолютно неожиданно для меня было. Мы там сели в ресторанчик какой-то в большом торговом центре, и ресторан такой, ну, местный какой-то, единственный, это не сетевой. Мы заказали крем-суп, и потом мы еще три раза заказали крем-суп, потому что он был там фантастически вкусный. Я такого супа больше нигде не ел. Вот, поэтому тот суп 10, точнее даже миллиард тысяч баллов. Этот суп я поставлю по вкусу из 10 7 баллов, потому что он неплохой, действительно. Я бы мог поставить меньше, действительно, но суп неплохой по вкусу. Что касается соответствия упаковки и внешнего вида супа на тарелке, то он тоже практически соответствует, но я 10 баллов не поставлю. Почему? Да потому что насыпано здесь всякой красоты, а ее здесь нет, поэтому я поставлю 9 баллов, это достойно. Ну и по поводу веса тоже претензий нет, там просто ставлю 10 баллов. Итого суп от Сытоедова набирает 26 баллов. И в то же время крем-суп от Сытоедова не набирает 26 баллов. А знаете почему? Я вам объясню. 250 грамм глав супа стоит 60 рублей. Эти стоят почти 130 рублей. Поэтому я на правах ведущего буду иногда забирать баллы по поводу всяких недовольств. Первое недовольство – это цена. 130 рублей за упаковку замороженного супа – это дороговато. Вот поставьте 100 рублей, 95. Вот вообще будет супер, отличная цена. Поэтому я бы выбрал вот такой суп поесть. Борщичок от главсупа, несмотря на то, что там есть дрожжевой экстракт. Блин, зачем вы обманываете людей? Пишите глутамат натрия. Глутамат натрия пишите, и все будет по-честному. Вот, но я бы выбрал главсуп, а не Сытоедов за 130 рублей. Но это не основное. Ребята, основное — это вот этот вот несчастный консервант Е252. Ну прекратите вы его добавлять. Ну зачем его добавлять, если во многих странах отказались от его использования, считают, что он достаточно вредный. У нас разрешены, наши тормозные там депутаты или кто там, Минздрав, никак не могут сообразить вычеркнуть эту добавку. Добавляйте другие консерванты. И вообще я не понимаю, зачем консервировать супы. Суп положил в морозилку, он у тебя хранится. Не 180, конечно, сколько? Суток, не 180. Ну, 30 у тебя похоронится. Не знаю. В общем, за Е252 мне хочется снизить балл. Я поэтому забираю балл от 26, и Сытоедов получает 25 баллов. Ну, опять-таки, это не говорит о том, что это плохой суп. Это неплохой суп, достаточно вкусный, с не очень хорошим консервантом. Ну, в качестве заначки такой суп иметь. Что? Правильно. Можно. А вы посмотрели новый выпуск от канала «Покашеварим» рубрики «Жертва маркетинга» или «Маркетинга». Если вам этот выпуск понравился или был хоть чем-то полезен, то обязательно поставьте лайк. А лучшее, что вы можете сделать для моего канала, это поделиться этим видео, то есть разместить, скопировать ссылочку или нажать кнопочку «Поделиться» где-нибудь у себя в социальной сети, на стеночку разместить, и пусть люди тоже посмотрят этот обзорчик и будут кушать вкусно и выбирать хорошую еду из того огромного ассортимента, который сейчас есть в магазинах. Спасибо, что посмотрели. До новых выпусков. Пока!